Доброго здоровья, подписчики моего канала, зрители моего канала «Честный обзор». Сегодня у нас рыбацкая тема. Я хотел бы сделать маленький обзорчик по продукции «Флагман». Был я в магазине в Харькове и немножко там прикупился нужные вещи. Значит, что интересное, вот и начали они делать вот такой вот расширитель для силиконовых колец под пелец. Значит, выглядит он вот таким вот образом. Сейчас мы его откроем, посмотрим. Вот, идет он уже в наборе с вот такими колечками. И вот сам расширитель. Значит, ну, все знают, как он работает. То есть вы вставляете силиконовое кольцо, нажимаете, он раскрывается, вы вставляете сюда пелец и надеваете на крючок. Вот такое вот приспособление небольшое. Не знаю, должен он сжиматься потом сам или нет, но вот он, вот так вот он расходится и назад не сжимается, надо вручную. Вот, это вот первое вот такое вот приобретение на магазине «Флагман». Значит, что еще? Появились у них вот такие вот вертлюжки уже с бусинкой, которая сквозная. То есть можно на кормушечку инлайн делать. Вперед у них были большие бусинки. Сейчас появились вот такие вот мини-бусинки. Они очень удобные. Сейчас посмотрим их сблизи. То есть я сейчас начал применять монтаж инлайн на фидере. И смотрим, вот он, вот таким вот образом. Карабинчик уже идет с внутренней застежкой. То есть на него меньше мусора попадает. И маленький уже бусинка с отверстием. То есть очень удобно. Сразу можно вязать инлайн-монтаж. Не заморачиваться. И недорогой у них сегмент есть. Вот такие вот кормушечки они делают. Вот с их логотипом «Флагман». Значит, неплохо сделаны кормушки. Я их уже обкатал. Вот я там 80-100 грамм беру. Вот, все красиво покрашено черной краской. Нигде ничего не цепляется. Нет острых краев. Тоже очень удобные. И есть у них еще ряд. Сейчас они добавили, значит, брызгалок для наживки. Вот, корица там у них вот добавилась. А потом у них добавилась шоколад, добавилась клубника, лещ. Тоже очень хорошо пахнут. Довольно-таки неплохие у них добавочки. Вот. И приобрел я себе еще иголку. Я брал, значит, набор кормовский. Там было и сверло, и игла. Все в комплекте. Но она у меня быстро сломалась. Поэтому мне в магазине предложили вот такую вот кордо иглу. Вот, сейчас мы ее распакуем, посмотрим. Она вот такая вот. Вот она на руке. То есть сделана из мягкого прорезинового материала. Утолщение внизу. И потом это все идет на сужение. Вот, довольно крепкая. Потому что та игла у меня после второго раза сломалась. Ну, корда, думаю, фирма очень хорошая. Поэтому я думаю, что будет она служить долго. Хотя это расходные материалы, но тем не менее. Вот, вот такой у меня сегодня мини-обзорчик по продукции «Флагман». Покупал я все это в интернет-магазине «Флагман». Большое спасибо за то, что смотрите мой канал. Всем до новых встреч!